Будет ли вторая волна коронавируса, никто не знает. Однако, как говорится, предупрежден, значит защищен. И легче предупредить события, тем самым защититься от них. Именно поэтому в университетской клинике Казанского университета начался финальный этап подготовки к открытию так называемого ковидного крыла. Это сделано для того, чтобы в момент, когда ситуация, возможно, ухудшится и наплыв пациентов, болеющих коронавирусом, будет все расти, клиника смогла подготовиться и дать отпор ненавистной инфекции. Разделить госпиталь на две зоны, красную и зеленую, это еще полдела. Очень важно проработать организационные моменты. Наблюдение за пациентом, условия содержания, а также необходимое лечение. В униклинике Казанского университета совсем скоро откроется крыло для больных COVID-19. По просьбе руководства республики, премьер-министра и министра здравоохранения, этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса по адресу Шмидта. И вчера мы начали первый прием пациента. По словам врачей, больницы, как и персонал, полностью готовы к открытию. Осталось доделать только несколько вещей, такие как установка камер в остальных палатах и закупоривание вентиляций. Само крыло будет разделено на красную и зеленые зоны. Сделано это так, чтобы врачи и пациенты не пересекались друг с другом, находясь в каждой зоне. При помощи видеокамер врачи смогут наблюдать за состоянием пациентов и в случае необходимости оказать нужную помощь. На данный момент в ковид-крыле оснащены 80 койко-мест для пациентов. В случае необходимости это число можно увеличить до 110. Каждый имеет кислородную точку, возможность оксигенотерапии, потому что пациенты, которые требуют стационарного лечения на сегодняшний день, это пациенты кислородопотребные, кислородозависимые. И поэтому проведена большая работа по подводке кислорода, созданию точек у каждой койки для каждого пациента. Сама же красная зона – это отдельное помещение в госпитале, куда может заходить врач-эпидемиолог, полностью одетый в защитное обмундирование. Время нахождения в красной зоне строго отслеживается, когда врач вошел и когда он вышел. К слову, находиться в красной зоне могут только сотрудники временного инфекционного госпиталя. Сотрудники выходят через специальный шлюз, где они по существующим стандартам проходят обработку и снятие средств индивидуальной защиты для того, чтобы это было безопасно для самого сотрудника, так и для сотрудников, которые находятся в зеленой зоне. Пока что трудно сказать, будет ли вторая волна ковида и сильный наплыв пациентов. Однако униклиника КФУ полностью готова к развитию любых событий, даже сложных. И ковид-крыло может начать функционировать по первому требованию. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.